ящички. Сегодня я буду открывать ящички разные. Ну, смотрите, насколько у меня бойцов. Вот. 6 бойцов. И то может считать, что 2, потому... Ну, все остальные, они на почеславе тарились. Ну, в целом мы откроем один ящик. Просто тут у меня есть... Вот, третий достанем его. Ну, что-то просто ненужный ящик откроем. Теперь открываем нижние ящики разные. Начинаем, конечно же, с самых вот таких вот малюсеньких ящиков. Так. Оп, 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 да. Дальше. Вот так, вот так, вот так. Ну, теперь будем по порядку открывать большие ящики. И в этом еще ничего выпадет. И... Нам ничего не выпадает. Я вообще не знаю, как это так. Открываем следующий большой ящик. Тоже ничего не выпадает. Что же это такое-то? Так. О! И что же это? Карл, ура, ребятки, Карл выпал. Да ну, офигеть, первый раз мы съем, как выпадает какой-нибудь боец. Еще один большой ящик. Ого, 99 монет, что-то как-то много. Так. Еще один. Ну, в нем ничего вообще не выпало. Вообще какой-то нормальный ящик был. Вот так. Тоже ничего, ну зато есть жетончики. И последний большой ящичек, вот он. В нем тоже ничего. И теперь два мега ящика, смотрите. Да, два мега ящика. Открываем первый и... 6! Там что-то выпадет боец, но за гаджеты не могут выпасть. И какой же интересный это боец, Эльпримо. Вторая часть будет скоро. Я накоплю еще побольше. И 5. Ну ничего. 6-то у нас уже было. Так. Ну, в принципе, и все. Мы можем накопить на Джейси. Ну, это будет, я вам говорю. Многовато немного, так что я накоплю уже это потом. Мне выпали 2 бойца. Это Эль Примус и Карл. Круто, ребят. Всем пока-пока.